Друзья мои, я приветствую вас на своем канале. Всем отличного настроения. И сегодня очень полезный мастер-класс по вязанию вертикальных объемных колосков. Уверена, такого простейшего способа вы еще не встречали. Поэтому не забудьте сохранить это видео в своей копилке, поставить лайк и подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Переходим к мастер-классу. Раппорт составит 3 петли и 2 ряда в высоту. Пряжа в образце Альпина Марта. Все внимание на экран. Так, вяжем первый ряд, снимаем кромочную, далее заводим спицу за первую петлю, вытягиваем нить, делаем накид, и первые 3 петли мы провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Повторяем. За первую петлю заводим спицу, вытягиваем нить, делаем накид, и 3 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Это будет первый ряд нашего раппорта. Переходим ко второму ряду. И здесь все неожиданно просто. Мы провязываем полностью изнаночными петлями. И завершаем раппорт этого узора. Друзья, на мой взгляд, просто находка. Такой простейший способ вязать декоративные колоски я еще не встречала, поэтому не забудьте сохранить это видео в своей копилке, поставить мне заслуженный лайк, а также подписаться на канал, если вы не сделали этого ранее. А еще я приглашаю по ссылке на свой Дзен-канал. Там сегодня очень много интересных вязаных топов с подборками схем. Я желаю вам отличного настроения. Всем пока-пока!